Всем привет, с вами канал Все про Android, и сегодня речь пойдет о безопасном режиме. Что это такое? По сути, это тот же безопасный режим, что и в Windows. То есть вы знаете, что если вы хотите перезагрузиться, допустим, Windows, безопасный режим, достаточно при загрузке нажать определенную клавишу, и ваш компьютер загрузится в девственно чистом состоянии, то есть все установленные приложения не будут отображаться. Вот такой же вариант есть и в Android. Я думаю, что многие об этом не знают. Стандартно это выглядит вот так. Допустим, вы хотите перезагрузиться в безопасный режим. Вам достаточно нажать кнопочку выключения питания. И после появления вот такого вот окошка не тапнуть, а зажать кнопку выключения. Скажу еще раз, это стандартный метод перехода. На разных смартфонах он может отличаться. Здесь вот будет аннотация о мне известных способах переключения. Ну, а я думаю, что на сайте производителя вы сможете найти именно по вашей модели, потому что метод перехода безопасный режим на многих смартфонах может отключаться. Сейчас мы посмотрим, как все это дело выглядит. Я перезагружу смартфон в безопасном режиме. Вот сейчас у меня установлена куча программ. Итак, зажимаем кнопочку выключения. Просто зажимаем. И нам появится вот такое вот окошко, которое предложит вам перезапустить смартфон в безопасном режиме. Выбираем ОК и ждем перезагрузочки. И после перезагрузки смартфона вы получите вот такое вот окошко. То есть все приложения, которые были установлены, они не будут отображаться, не будут подгружены при загрузке операционной системы, а просто вы попадете в безопасный режим, о чем будет свидетельствовать вот эта вот надпись. Скажу сразу, что по модулям Exposit вариант этот не проходит. Допустим, вы установили несколько модулей и не знаете, почему начал глючить ваш смартфон, то как видите, что модули у меня все работают. И то есть безопасный режим не спасет, если вы получили баг какой-либо после установки модуля Exposit. А в отношении всех остальных программ все остается действенно чистым. Я вот даже не смог подключить свою программку. Приходится мне пользоваться галереей. То есть так все это дело выглядит. Я сделал скриншоты в галерее, поэтому сейчас я продемонстрирую, как будет выглядеть основное меню. Все та же надпись «Безопасный режим». Так что вот такая вот интересная функция. То есть все программы, которые были установлены производителем, они отображаются в меню приложений. И вы сможете протестировать в безопасном режиме вашего Android смартфона и найти программу-виновницу, из-за чего ваш смартфончик начал глючить. Еще раз повторюсь, что это у меня скриншоты. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!